Рядом с ним, по-моему, Bonfire. Так, ну шо, брат? Иди сюда, дядь. О, боже, какой он здоровый. Нифига стрела. И что ты делаешь? О май гад. Он стрелами? Эгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в Elden Ring. Так, на этот раз опять без вебки. Ну, потому что что-то я ее не настроил и спешу просто снять вторую серию сразу же. Так, мы остановились с вами вот здесь в прошлой серии. Давайте посмотрим, что у меня там есть. Может, о, дофига у меня применить выбранные. Да, давай применим. Применим, короче, все эти руны. 2000 еще, и у меня уже 6000. И еще, по-моему, одна руна есть. Даже две какие-то крупные. Они сколько дадут мне? Еще каждая. Ага, по 400. 7000 рун. Давайте прокачаемся. Так, что мы с вами повысить уровень? Что мы можем повысить? Давай смотреть. Ну, сила у меня уже 16. Надо, значит, ловкость. Нет. Надо жизненную силу обязательно. Ого. Блин. 4000 останется. 3000 уже стоит уровень. Прикинь, чтобы поднять. Так. Интеллект, но я бы ловкость, наверное, прокачал. Сила. Так, а что дает мне вес? Вес снаряжения дает стойкость как раз-таки. Давай вот стойкость, наверное, и прокачаем. Жизненную силу и стойкость. Это нам до выносливость добавит немножко. Окей, прокачиваем. Потом будем, возможно, веру качать, либо мудрость тоже с колдовством качнем. Но я не знаю, пока надо это нам или не надо. В общем, мы с вами проскочили через этот мост в предыдущей серии. Вот, сейчас здесь, по-моему, какая-то девочка, вон там, женщина, скажем так, сидит. Да, жертвенный мост мы прошли. Вот, я немного побегал по локациям. Так, ну ничего нового, чтобы не спойлерить ни себе, ни вам. Давайте к этой женщине обратимся, что у нас здесь сидит. Так, прочесть послание. Почему опять смерть? Так, заговорить. Эй, кто здесь? Что у них? Прошу, удели мне минутку. Меня зовут Ирина, я сбежал из замка Морн, что на юге. Местные слуги подняли бунт. Точно не знаю, что произошло. У меня с рождения слабое зрение. А, она слепая. Но клянусь, что слышала страшные вопли, разносящиеся по всему замку. Мой добрый отец тайно вывел меня оттуда, но сам решил остаться. Сказал, что это его командирский долг. Ага, и что? Я опасаюсь за жизнь отца. Слуги впали в ярость, их переполняет ненависть к нам. Они убили моих спутников, всех до единого. Никого не пощадили. Боюсь, в замке Морн дела идут не лучше. Умоляю тебя. Отнеси это письмо в замок моему отцу. Не откажи в любезности. Я лишь хочу, чтобы он сбежал, даже если это запятнает его долг или что такое. Пожалуйста, я не переживу, если он пострадает. Так, ну давай. Благодарю от всего сердца. Давай доставим письмо. Тогда, пожалуйста, возьми это. Письмо Ирины. Окей. Отнеси письмо моему отцу, который остался в замке. Не откажи в любезности. Если тебя не затруднит, доставь письмо. Ты найдешь моего отца в замке. Отец тот еще упрямец, но в конце концов он одумается. Ага, еще раз. Ага, ну то же самое. Он одумается. Ага, ну то же самое говорит. Так, ясно, вот черепок. Это у нас еще руны. Так, а что за письмо она мне дала? Давай прочтем. Так, ключи, да, это где-то, наверное, вот здесь. Вот. Письмо адресовано коменданту замка Морн. Роскошный шелковый платок, слегка запятанный кровью. На нем можно разобрать письмена. Вот, я еще вот это нашел. Смотри, свиток королевской семьи. Отдайте его опытному колдуну, чтобы освоить следующее заклинание. Фаланга сияющего клинка, карьянский резак. Волшебный свиток королевской семьи Кария, возглавляющий академию Рай Лукарий. Так, ну я понял. Так, ну что, поскакали тогда, ребят? В общем, она говорит, на юге, да? Где у нас юг, если вот на карту посмотреть? Ну, очевидно, наверное, юг здесь, да, внизу. О, слушай, это, видимо, обелиск, который карту нам раскроет. Угу. Ну, окей. Поехали тогда смотреть, что у нас дальше. Так, прочесть послание могу. Впереди сообщение. Трава? Какая трава?
Боже, боже. Так, что FPS так... Что-то проседает, FPS жестко. Опять. Вау. Блин, здесь великан здоровый. Собаки какие-то. Эй. На, минус. 50 FPS, боже, что так проседает все? С какого фига такой... Вроде игру починили, но нифига не починили. Вроде обновление какое-то выперли, но... По-моему, нифига. Вот 40 FPS, вот сейчас сюда смотрю, 40 FPS. Так, ну огромный монстр. Здесь у нас... Что за чел? А, щит поставил, да? Ох, какой наглец. Так, ну что, попробуем... Блин, там их просто толпа. Ты смотри, это вот эти слуги, что ли, шли? Давай попробуем. Так, 295 ему отнял. Ну что, давай, громила. О боже, собак сколько. Так, подождите. Давай. Тихо. О, пипец, да подожди. Давай, вали. О май гад, так. Офигеть, он мне запиться не дал. Псы, псы, надо псов убивать. Так, надо на него не целиться, а то камера так лагает. На, минус. О боже, нифига, какой минус? Не-не-не, валим. Тут еще кто-то. Так, FPS вроде разлагал. 145 отнял. Нормас. Нормас. Отнял? Тихо. Ух, блин, ну кони-то имба. На, 197. А, минус собака. Да боже, беги, я же нажал. Беги, господи. Фу. Тут жопа не сгорела. Он меч достает. 145, тихо. Ой, кого-то он убил. Сам великан кого-то убил, прикинь. Ага, я не попал. Тихо, уходим. О боже, еще кого-то убил, смотри. Он собак убивает. Ага, я не попал. Убей еще солдата. Ага, я не попал. Давай, солдата. На. Порезал. Ага, солдата убил. Попал? Держи. Бей, бей, бей. А, все, понял. У меня нету выносливости. Фух. Надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Так, ну потихоньку валим, ребят. О боже. А, он коню ХП нанес. Уходим. Так, отлично. О боже. Тихо, тихо, тихо. Фух. Остановим ХП. Все у него. У него чуть-чуть остается. Смотри, можем на него. Вау! О май гад! Сумасшедший дед! Батя! Батя, успокойся, да, лоу ХП. Не-не-не, бать! Давай, бать! Иди сюда! До свидос! Фу. Отлично, блин! Так, чё, дроп какой-нибудь выпал откуда-то? Так, подожди, а чё за телега? В телеге есть какой-то дроп? Там ещё челики, смотри, рубят. Чё-то так. Тут череп. Так, тихо-тихо, челиков попробуем забрать потихой. У меня ХП нету. Что тут? Впереди боевая экипировка. Моргенштерн. Офигеть. Моргенштерна нашел. Так, понял. Давай зачекаем. Вон там еще собака. Что за Моргенштерн? Ох, так. Ну он послабже, да? Смотри, 118. Да, явно послабже. Но зато у него у меня силы хватает. Все хватает на него. Физический урон 118 плюс 23. Вес снаряжения зато маленький. Давай попробуем. Это одноручное оружие, я так понимаю, можем взять щит. Так, ну что, пошли собаку завалим вот эту. Псину. Сейчас посмотрим как раз как Моргенштерн. На. А, все. Я понял. Тонкие кости. Ух, и мне фляги пополнили. Отлично, 3 фляги. Ух. Так, Моргенштерн, и как ты бьешь? Можно в две руки взять, да? Ого, пинок.
Так. Да, достаточно такое быстрое оружие. И так бьет, да? Подожди. Хорош, ее, зато его можно использовать щитом. Давай, щит возьми. Бро, щит возьми. А, все. Минус? Не-не-не, не минус. А, сейчас минус. О, боже! Офигеть, подожди, чувак. О май гад. Что это такое? Кто вы? Так. Давай. Тихо, тихо, тихо. Дядя. Блин, не-не-не. Ну, тихо. Не-не-не. Боже, вдвоем. Вы что, офигели что ли? Вы что, сумасшедшие? Подожди, подожди. Фух. Офигеть, у них крылья. А, чуметь, так, убегаю. Давай на коня. Давай конем. У-у-у. На, нормас. Сейчас конем вынесу. Че ты там прыгаешь? Допрыгался? Курица ты вонючая, общипанная. Иди сюда, иди. Так, минус еще один. Фух, сейчас, сейчас, сейчас. Давай наведемся на него. И... На! На! Хорош. Завалил. Всех раскидал вроде бы. Так, фляги дали, одна фляга. Фух, отлично. Блин, пятак этот здоровый зачистил. Кого только тут не было. Жесть. Так, ладно, пошли. Тут какая-то трава. А, соберем. Да, тут можно было, кстати, призвать деда или там собак каких-нибудь. Ну, духов, короче, моих призвать. Так, обломок рун, руин. Это все. Ну, давай смотреть, что дальше, пацаны и девчата. Ну да, вроде здесь я нормально так зачистил. Так, наверное, на коня сяду, поехали. Так, пещер никаких нет. Пока вроде не видать. Окей, здесь, смотри, купитак. Блин, хоть бы тут босса не было. Впереди ценный предмет. Где? Наверху? Или ты рофлишь? Ага, вон туда, наверх можно запрыгнуть. Опа-опа. О! Что-то вижу. Бонфайр, по-моему. Костерчик. А, господи, игра, перестань подлагивать. Вот 60 FPS, потом бах, дропы до 50. Просто ни с того, ни с сего, просто. Ага, бонфайр. А это что? Торговец еще один, что ли? Да, это торговец, чуваки. Офигенно, еще один торговец. Вот 40 FPS просто. Бах, и упали. Так, ну отлично, утраченная благодать. Еще место одно разблокировали. Давайте отдохнем, наверное. Сейчас там все боссы, вернее, все мобы отспамятся, но мы зато можем повысить уровень, видимо. Хотя нет, у меня рун 2900, а мне на 3300 не хватает. Ясно. Ладно. Понял. Ну, пошли с торговцем пообщаемся. Может, мы сейчас на 3300 тут закупимся. Может, у него оружие есть. Я бы лук, на самом деле, бы купил. Продаешь или покупаешь? Купить. Что есть, бро? Ух ты, смотри. Вот я уже такую печать нашел. Вау, арбалет легкий. У меня болтов уже километр просто. А это что за меч? Двуручный меч, обычный колющий. Вес 9. А, знаешь что, давай я тот меч свой выберу, который у меня обычный. Так, снаряжение. Ну, я не знаю, булава на самом деле. Хотя, если вот с этой сравнить, смотри, это вес. Ага, вот это 9 вес. Качественный армейский двуручный меч. Я его уже улучшил причем. Да, вот это я нашел. Вот это копье у меня есть тоже нормас. Копье тоже, кстати, нормас. Я его, по-моему, не прокачивал. Я вот эту вот фигню прокачивал. Печать. Окей, ну меч. Ну-ка, ладно, я вот этот меч, пожалуй, выберу. Сейчас сравню, что у него там продается. Что за меч. Так, еще не все, да, еще не все, бро. Давай посмотрим. А, 3000 аж стоит. Не, ну мне, в принципе, хватает.
Но это тяжелый, я так понимаю, меч, потому что у него урон... Ой, вернее, вес у него 9. А вот это что? Болт для баллисты? Серьезно? Я что, баллистой могу пользоваться? Вот эти вот у меня есть кукри, я их находил, но я так и не читал даже, что это. А что за записка? Заметка с небольшой подсказкой. Заметка из ассортимента торговца-кочевника. Содержит сведения о врагах полулюдях. Полный текст можно прочесть только после покупки. Звучит заманчиво, но... Даже не знаю. Вот такой у меня горшок тоже есть. Сосуд для создания метательных горшков. Но я еще ничего не умею метать, в том-то и дело. Так, подожди. А по броне что? Вес 3,8. Ну, тут, чтобы понять, сменить режим. Чешуйчатый доспех. Блин, даже не знаю. У него столько всего. Это что такое? Большая стрела. Большая стрела размером с копье, предназначена для больших луков. Такими пользуются могучие лучники королевской армии. Вау. Слушай, даже не знаю, что. Навык пинок. Оттолкните противника сильным пинком. Этот навык эффективен против врагов. Так, оружие дальнего боя. Представь собой лук с принадлежащей к нему рукояти. Оно весьма удобно и наносит достойный урон. Однако требуется перезарядки после выстрела. Для использования необходимы болты. Ну, болтов у меня много. Слушай, давай куплю, наверное, а? Давай куплю. Попробуем сейчас. Вот у меня армейские болты есть уже какие-то. Есть просто болты. Причем этих 10, этих 55 обычных. Ну, окей, я понял. Допустим, как мне взять сюда... А, вот. Что у меня с весом? С весом должно быть... Все более-менее вроде бы нормально, да? Так, и как его использовать? Че? Это что значит? Подожди. А, вот, я взял в руки. А как целиться? Ага. А как мне... А, во, прицел. А, есть прицел. А, вот так он стреляет. А так он не стреляет. Понял. То есть там разные... Это влияет как-то на снаряжение? Если сюда обычные болты еще поставлю. 50 урона дают. А, вот, теперь обычно... А, то есть можно и такими болтами, и такими стрелять, да? Ага, ну прикольно, слушай. Ну ладно. Пока так. Еще я хотел, знаешь, что сравнить, выбрать вот этот меч, вот этот, и сравнить с этим мечом, тот меч. Еще не все? Да, еще не все, бро, я хотел вот этот меч посмотреть, что он тут, 138 плюс 21, ага, а мой, блин, это так неудобно, надо выходить, а мой 123 плюс 29, причем прокачанный, да, у него меч явно покруче. Но пока я что-то не хочу ничего продавать. Так, у нас развязка, смотри, у нас мы можем пойти и наверх. Да, вот на конике. Смотри, можем пойти вот сюда наверх прыгнуть. Мы потом сможем спуститься оттуда? А, ну вот по вон тем платформам, видимо, мы сможем спуститься, да? Так, ну-ка давай попробуем тогда. Ой, оба. О, нормас, я запрыгнул, а тут что? Панцирь большой черепахи, щит. Оу, щит. Так, ну-ка слезь. Щит, воу, щит. Так, окей. Что за панцирь большой черепахи? Смотри, так. А у меня вообще вон щитов, когда я их понабирал, смотри. Но они тяжелые. Так, с этим 39, с этим 38. А что у нее... Так, щит из панциря большой черепахи. Естественный изгиб, помогать противостоять вражеским ударам. Черепаха – символ стойкости и упорства, поэтому этот щит ускоряет восстановление выносливости. Навык «Заслон». Навык, прославленный воина сэра Нидхардетта. Укрепить щит собственной энергии, чтобы отражать более мощные атаки. Мощные. Ага, этот щит слишком тяжелый. О! Что это значит?
Ага, у него нету, получается, он не может это парировать. Этот щит не может парировать. Он сам себя вот так усиливает. Угу. Понял. А тут еще что? Согревающий камень. Два штуки. Согревающий камень. Вау. Обломок руин, благословленный молитвой двух пальцев, создаваемый предмет. Источать тепло, непрерывно восстанавливает очки здоровья. Тех, кто находится рядом, тратит очки, ага, концентрации, ну то есть ману. Говорят, что когда-то это древо Эрд было таким же теплым, как солнце, и могло излечить каждого, кто его коснется. А, древо вот это, да, главное, где оно, вон оно. Видишь, оно тут как местное солнце светит, реально. Так, я отсюда не убьюсь? А? Кто думает? А, не, нормас. Так, а куда я пришел? Тут какой-то замок. Вообще, где я на карте? Ну-ка, давай посмотрим. Я где-то за пределами карты. А где мы видели с тобой? А, вот, мы до него чуть-чуть не дошли. Мы, возможно, могли бы сейчас всю карту открыть. Давай попробуем все-таки назад вниз спуститься. Потом мы сюда еще, я думаю, вернемся. Слушай, мне надо поменять этот. Либо, может, вот эти болты убрать. Может так. А, во. Ну, я не знаю, что с этим черепашьим панцирем побегать, что ли. Блин, 40 FPS опять. Да что ты будешь делать? Я ничего не менял. Что происходит? Блин, не знаю. И тут хочется полазить, тут хочется полазить. Везде хочется полазить. Я вообще даже не уверен, что я иду в правильном направлении, ребят. Так, ладно, все-таки я предлагаю пойти за картой, за куском карты сходить. Где-то мы видели с вами такие уступы, где можно было слезть. А, так, и вот они, по-моему, нет. И вот тут. Где-то я их видел, да. Похоже, здесь где-то. Где ветер был. Ага, вот уступ один. Ой-ой-ой! Да! Ты серьезно, боже, как так промахнуться можно было, господи. Ой, жесть какая, какая лютая жесть. Так, плачущий остров. Так, ну я не знаю, у меня много ли у меня было душ, чтобы туда... Ну давай я попробую все-таки подняться. Где мои души? Мои души, а может они вниз упали? Мне не надо подниматься, или они наверху остались? Как так можно было мимо прыгнуть? Причем я не прыгал даже. Так, ладно, попробуем. Нам надо на скалу теперь в этот раз залететь прям. Ага, вот. А, вон они, мои души. Так, ну надеюсь, на конике я сейчас не упаду. Так, отлично. Душ, ну, 1400 душ, нормально. Нормально. Так, бро, вот я не знаю, как все-таки на коне или не на коне. Так, ну сейчас ты, наверное, не промахнешься? Нет, отлично. Фух. Так, а здесь лучше, наверное, прыгнуть. Да, вот сейчас отлично, вообще отлично. Угу, хорошо. Здесь можно вот так. Отлично. Дальше. А дальше? А дальше вот сюда, да? Все, хорош, мы вниз спустились. Я думаю, да, что мы уже тут... выживем. Так, отлично. Блин, да, FPS, конечно, что-то где-то в жопе. FPS где-то в жопе. Я не знаю, что с игрой происходит. Так, ну все, поскакали тогда вперед. Путеводный луч нам показывает в ту сторону, кстати, что там, наверное, будет бонфайр. И еще нам в ту сторону надо будет сходить. Сейчас я собираюсь пойти сюда прямо. Вроде бы вон он, да, обелиск. Я вижу врагов, пока я не вижу. Так, вы можете стрелять во врагов из лука. В бою вы можете использовать сразу два вида стрел. Возьмите лук в обе руки, зажмите B, чтобы начать целиться. Корректируйте направление выстрела с помощью R. Выстрел первым типом RB, выстрел вторым RT. Точно прицеливание LB. Но это мы уже как бы поняли. Мы уже и сами разобрались. Так, есть обелиск. Впереди какая-то гора. И замок очень... очень большой! Это что за хрень? Там какой-то чел, смотри. Тихо. О май гад, так, подожди, я хочу взять этот. Можно я возьму, бро?
Так, карта плачущий полуостров. Отлично, найдена карта. Там какой-то здоровый чел. Так, включи карту. Я не могу открыть карту? Что за ошибки? Почему я не могу открыть карту? Когда на коне не могу открыть карту или что? О! Вижу, вижу. Чё? А, он телепортируется, ты вы серьезно? Это что за вата? Или мне надо его убить? Понял, ядовитый туман. Ага. Понял. Так, чел продолжает стрелять с лука. Я хочу просто подобраться и посмотреть, это кто вообще такой нафиг? У него просто огроменный лук. Да и он и сам огроменный, а там скелеты. А куда он валит? Он куда стреляет вообще? Так, карту можно активировать? Так, это срочное лечение. Карты до сих пор не срабатывают, прикиньте. Я не знаю, что за глюк. Это так задумано. Это что происходит вообще? Я не могу, я нажимаю на карту, она мне не открывается. И я не понимаю, такого не было, да, он по мне валит до сих пор, прикинь. Так, давай, ладно, подбежим сюда, вообще посмотрим, а где? Я понял, это огромный медведь. А почему я не могу карту активировать? Я хочу посмотреть, я где вообще нахожусь. Так, что тут за сообщение? Зверь, я вижу, вижу. Так, зверь. Ух, найдена новая карта, плачущий полуостров, все. Ага, нашел, плачущий полуостров. Ты посмотри, здесь, в принципе, кроме замка вот этого огромного, видимо, нифига нету, да? Есть какое-то болото, но оно явно зеленое, явно ядовитое. Ага, и вот здесь еще что-то наверху, куда мы с вами поднимались, да, там какой-то храм. Но я понял. Так, я хочу подойти сюда. Что там за зверь? Это что такое? Смола из корня. Ага, ну понятно. Короче, это полуостров. Со всех сторон океан, море. Окей. Поехали на коники, наверное. Прокатимся. Чё? Чё за птички? Это пингвины? Это... Они ходят как пингвины, но летают как вороны какие-то. Ясно. Так. Блин, найти бы какой-нибудь Ещё один медведь. Слушай, давай попробуем с медведем сразиться, а? Так, ну нормально. Тихо. Не, его возможно убить. Ой, да его изи убить. А что он дает? Крупная звериная кость. Угу. Ну, такое себе. Так, ну я не знаю, ребят. На самом деле... Попробовать. Мне бы найти здесь бонфайр. Да, где-нибудь. Ну, хотя тут... Обана. Это что за чел? Подожди, давай возьмем. О, боже, он фигарит, этот чел. Так, давай возьмем свой. Этот щит тоже тяжелый. Хотя, смотри, этот... Тяжелое снаряжение. Это среднее снаряжение. Ну-ка, давай попробуем. Попробуем это уберем. Попробуем, короче, с этим щитом. Слезь. Так, окей, поехали.
А, может я его... С одного удара? Нет. Давай. Давай, бей. Да боже, не-не-не. Какого... Так, отлично. Ты кто вообще? Ящерица, полуящерица, получеловек? И что он тут делал? Кузнечный камень, отлично, можем прокачаться, если найдем кузнец. Кстати, я у того чела не обратил внимания, там есть? Вау. Ага, тут прохода нет, понял. Чел продолжает с лука по мне палить. Слушай, может попробуем все-таки в замок тогда пробиться, а, к нему? Я не сдохну, не. Сейчас пойти на бонфайр сбегать, да? Карту мы подняли уже этой местности. Смотри, смотри, смотри. Ой, жесть, просто чем он фигарит таким? О, Филин, привет. Можно убить? Спящее яйцо. Понимаю. Так, ладно, я прыгаю. Но если чел у меня попадет отсюда, это просто будет жесть. Я ухожу, все. Так, пошли на бонфайр. Кстати, здесь у торговца нету кузнечного, да, этого стола. Да, я не могу здесь ничего прокачать. А, так, тут, подожди, тут вот еще один черепок. Короче, давай, что тогда, что мы ссым? Давай сохраняемся. Ну, вернее, скоротаем время. И поехали на этого чела, который стреляет. Посмотрим, кто это такой. Покажем ему кузькину мать, как говорится. Будет знать, как по нам стрелять. Вон он. Так, ну сейчас будем каким-то образом пробовать от этого убегать. Да, кстати, нормально пока получается. Можем вот здесь прятаться. Сейчас попробуем с этой стороны обойти его. Если я не ошибаюсь, прямо у него рядом. Рядом с ним, по-моему, бонфайр. Так, ну шо, брат? Иди сюда, дядь. О боже, какой он здоровый. Нифига стрела. И что ты делаешь? О май гад, он стрелами? А, так... А что у него хп не полное? Что ты делаешь? О боже, сам себе под ноги дышит огнем? Ты серьезно? Ага, ну понял. Ну умри тогда. Минус просто. Минус лиликашка. Как это изи? Ну мы возле замка. Действуй. Да я действую. Ах, молодец. Да, я убил его на изи. Он просто какой-то неподвижный. Так, я хочу вот посмотреть, что там за эти. Что за ножи воткнутые? Ну, это здоровые. Вау, красные медузы. Вы это видите, гайс? Красные медузы просто. What? И там дроп какой-то валяется. Ну, лут какой-то. Так, это что, ножи великана? Впереди слезы, но не сдавайся. В смысле, какие слезы? Можешь прочитать? Осмотреть. Осада замка Морн. Одинокий герой одержал месть... А, одержимый местью бьется до последнего, но погибает от руки повелителя... Годфри. Ого. Что за повелитель Годфри? Так, смотри, тут замок. Походу можно со всех сторон, ну как-то можешь обойти. Вход какой-то есть, нет? А... Нет. Так, рябина, но рябина понятно. А тут пройти можно, да? О. Опа-па-па-па. Лилиатрины. О,
еще медузы, только уже прозрачные какие-то. Так, я понял. Я понял. Ну что, заходим, гайсы, тогда в этот? В замок? Выхода нет? Мы же пообещали. Девочки, так, что тут за сообщение? Сперва бой верхом, требуются ноги. Ага. Ну не, бой верхом все нормально. Мы тут верхом все победили. Вау, у них тут пипец укрепление. Да, тут бонфайр есть. А это что такое? Что за колдовство? Кто тут всех размотал? Смотри, просто жесть. Впереди предмет отсутствует. Так, ну ладно, я, наверное... Да, тут все разваляю, размотаю. Коснуться благодати. Ну что ж. А если я отдохну, интересно, отспамится великан? Нет? Давай отдохнем. Прокачать, наверное, у нас не получится. 2700 у меня, да. А великан отспамился? Пошли выйдем. Нет, он типа как босс, смотри, он не как моб, да? Он как босс. Почему у них ХП? Почему у него половина ХП было? Так, ну ясно. Тут пятна крови, тут кого-то, чего-то куда-то убили. Так, факел стоит ли брать? Прочесть послание. Рычаг. Я понял. Хорошо. Так. Выбрать действие, коснуться пятна крови, прочесть послание. А чё рычаг? А ну, поехали, гайся. Поехали. Мальчишки и девчонки. Так, куда мы едем, интересно? Какие наши враги? Май гад, уже страшно что-то. Уже, ребят, что-то страшно. Так. Но нам надо, короче, передать письмо, да, я понял. Вау. Замок Морн. Артиллерия не поможет. Они молятся кому-то. Так, здесь я могу призвать деда. Но я бы поменял деда на собак, на самом деле. Собаки просто имба, а дед голимое фуфло. Так, выбрать. Давай, да, собак, наверное, призовем. Фух, блин, это те, да, с которыми я тогда трудно так сражался. Кстати, знаешь что, давай мы с тобой пойдем в снаряжение и попробуем себе... Все-таки снаряжение что-то получше выбрать, а? Вот это тяжелое, шлем солдата Годрика. Тяжелое снаряжение. Но оно от физического урона хорошо защищает. Да? Да, физический урон намного выше. Просто намного. Здесь ничего не защищает, но... Ладно, попробую одеть, сейчас посмотрим. Вот эта броня тоже у меня 8 здесь. Ну все, то да, но все тяжелое. Сейчас я посмотрю. Тоже за перчатки солдата Годрика. А нужны пехотинцы. Во, вот эти вообще 41 снаряжение, баланс 35. То есть я сейчас, скорее всего, вообще буду очень плохо. Ой, да, смотри, как я двигаюсь. Я просто очень плохо двигаюсь. Мне надо брать, наверное, тогда в руки свой вот этот меч. И то это мне не поможет. Да. Хорошо. 4. Сапоги 6. Хорошо, сапоги поставлю свои. Это как каким-то... Да. Это помогло. Просто поменял сапоги, и это помогло. Но все равно я лучше двигаюсь, как минимум. Так, ну что, призываем собак тогда. И да будет битва. Их очень много. Вернее, волков призываем.
Но их очень много. Они орут что-то там. Так, 239. Так, уходим, уходим. Как же они дамажат очень жестко. Да боже! Оу, лютые просто, лютые. Давайте по одному, пацаны. Да, тихо. Не-не-не-не. Да боже, ты посмотри, какой лютый, а. Нет. Нет, не убивай. Давай. И добиваем. Да, хорошо. Лоу хп, лоу хп. Сейчас, если на меня кто-нибудь сагрится, то мне гг. Да боже! Зли. Так. Восстанавливаем хп магии. Берем обратно. Кто ты? Так, и какой-то предводитель их с топором просто. А, я уже такую видел. Нет, нет, нет. Нет. Давай. О боже. Давай. Не-не-не! Да ты! Как говно! Господи, это бабка! Это, да, бабка-ящерица. Бабка-ящерица просто. Так, ну хорошо, я сдох возле лифта. И за это поплатился. Ого, стрела как попала. И профукал все свои души. Теперь я их верну, но возвращаю уже намного меньше. Ну да ладно. Давай. Короче, буду тогда по такой тактике действовать. По одному их просто выбивать. Выцеливать, добивать. И все. Давай, теперь ты. В принципе, ничего сложного. Это все быстро делается. Это все быстро делается. Ну и души копятся. Давай. Только с бабкой. С бабкой только возникает. Как бы. Трудность. А так, в принципе, со всеми остальными вообще никаких трудностей нету. Просто надо зачищать эту локацию. Надо зачищать. Я еще и не знаю, где дальше. Проход, вот в чем дело. Я просто не знаю, где проход дальше. Как мне подняться наверх? Потому что там я вижу тоже какие-то горгульи. Кто-то там сидит. Там явно какие-то враги жесткие еще есть. Так, ну после этого мы можем попробовать с бабкой разобраться. Бабка жесткая, она... Дело в том, что... Ну, зато на бабку я, наверное, смогу волков натравить. Их возьми. Вот, вот так, да. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо, бабуля. А, ну все, минус бабка. Да, минус бабка. Изи. С волками бабку просто мы уничтожили. Так, теперь ты, говно. Иди сюда. Пес ты вонючий. Тупая ты псина просто. Да не дотянулся, ты серьезно? Да боже! Серьезно? Минус. Тут у нас что? А что там?
стучит. Ты слышишь? Они внутри замка сражаются, что ли? Да, такое ощущение, что они внутри замка. Так, у меня два волка осталось. Я надеюсь, что я справлюсь. Иди сюда, я. Слышь? А, оба сагрились. Да боже. Еще. Не-не-не. Тихо. Делимся. Хорош. Так, один волк остался. Боже, так, ну вот туда, наверное, мне надо будет идти. В принципе, я могу того здорового обойти. Давай попробуем здесь глянуть что-нибудь. Есть тут что-нибудь, нет? Ага, вот тут проход. То есть я с тем здоровым пока могу не сражаться. А, волк исчез. Что это? Впереди радость. Прочесть послание, открыть. А что, открыть не могу? Открыть! Давай. Клеймор! Клеймор? Вау. 9 вес, тяжелое снаряжение. 138. Вау. Ловкость 13 надо просто для него. Угу, он слишком тяжелый. То есть, если щит вот этот поставить, все равно. То есть щит вообще надо убирать. Отключать. Убирать щит. Вот так, да. А что у него за... Ух, нифига себе, ниндзя! Ладно, попробуем. Просто поглядим. Ага, эти тут молятся. Эти молятся. Ну блин, ну их по одному опять же бы. Желательно, это лестница или что это? Так. Да, мне бы их по одному. Они начали сражаться. Они просто убили солдата на изях. И дальше продолжают. Ага, я понял. О боже, как мне с ними справиться? С двумя будет тяжело. Причем с этим оружием это будет очень тяжело сделать. Тогда надо при... Так, привычному своему стаку вернуться. Наверное. А, выбрать. Это очень тяжело. Ага, блин, да почему у меня такой вес слабый? Ну, в смысле, что... Так, ага, могу одного пока по стелсу забрать. Ну, как забрать? Да, одного забрал. И второго. Е-бой. Хорош. Хоть я продвинулся немножко. Ладно, мы туда еще вернемся, я думаю. Так, тут у нас что? Тут у нас... Ничего, я бы на самом деле вниз не шел. А вот наверх. Что тут за послание? Где послание исчезло? Впереди вниз. Да. Вау. Блин, сейчас туман, дождь. И не насладиться просто. Так, ну окей, лестница очень высокая. Очень просто, ты посмотри. Просто ползем наверх. Жесть. Ага, тут, как, тут какой-то файт, смотри. Только не говорите, что тут эти... Да, их тут много. Так, прочесть послание. Сперва спокойствие. Ага, типа жди, Игорь. Да, давай ждем. Когда они друг друга убьют. Слушай, ну тут эти гады просто. Тут нереально, может быть, мне забраться. Вот сюда, на вот эту лестницу. И попробовать их с арбалета. Заберись.
И с арбалетом мне их всех нафиг расстрелять. А? Отличный план, я считаю. Там вообще кто-то летает. Давай, да, валите друг друга. Так, кого-то убили. Хорош. Эти щитами, смотри, да, они против щитов вообще ничего не могут сделать. Окей. Я подожду, пацаны, пока вы разберетесь. А, так, давай, наверное, арбалет снарядим. Хотя нет, я лучше на дополнительную ячейку арбалет поставлю. Вдруг эти твари умеют летать и взберутся ко мне. А они умеют, походу, нет? А, она не умеет летать, она умеет ползать. Умри. Так-то. Говно, кусок. Есть еще? Да. А вот здесь сюда, э. Ой, дропа-то сколько мне оставили. Ой, сколько дропа оставили. Спасибо. А что если тебе люлей, пока ты ползешь, люлей прописать? А, блин, я упал вниз, так что спускайся сюда, красавица. Давай. Это ты вовремя спустилась, прямо на мой кинжал. Ну или что у меня там? Болт, отлично. Мне болты нужны. Че болт? Это что? А, это они же. Ага. А, ну та же тактика, ребят. Та же тактика. Сюда ползи. Ну окей, а ту я заберу потом. Да. Ой, минус равновесия. Что? С одного удара? Да как так? Что это за удар? Я думал, она ногами ударит. Покинь, она своим топорищем вонючим здоровым врезала. Просто забрала у меня всю выносливость. Головной убор, пехотинца, еще один. Это все надо будет продавать потом. Тут что? Призыв других игроков. Используйте зелье из скрюченного пальца, чтобы увидеть знаки призыва игроков из других миров. Золотые знаки принадлежат союзникам, красным врагам. Сетевая игра начнется, когда будет вызван игрок любого типа. Вы выступаете в роли хозяина пальца. Зелье призывающего пальца. А. Так, ну я очень тяжелый. Так, что у меня по ХП? А, у меня последняя фляга, боже. Там еще что-то лежит такое. Ну, это мы сейчас попробуем. Это не здоровая же бабка? Нет, это не здоровая бабка. Это обычная бабка. Факел со стальной проволокой. О, новый факел. Что он дает? Снаряжение. Что за факел? Факел такой. Огненное дыхание. Атака факелом. А тут огненное дыхание какое-то, прикинь. Ну-ка. Вау. Прикинь, серьезно? А это неплохо. Тот может бить, получается, факел, а это... Ну окей, не, мне надо так убрать, я щит пока выберу. Так, я даже не знаю, куда идти. Там, значит, мы нашли что-то. Тут мы нашли, ну где этот дядька? Мне же письмо ему надо передать. Ох, нифига, там их опять очень много на той стороне. Ну как туда проползти, я не знаю. Видимо, нам все-таки сюда. Вот здесь был проход, я видел наверху. Ладно, блин, мне бы сохраниться, ребят. И. Так, что тут? Вы хотите сказать мне сюда? Да, они хотят мне сказать, что мне туда. Что тут? Среди тайная тропа? Ага. А как туда попасть, в эту тропу? Так. Ну. Смотри, тут это...
Так, ну эту курицу, я думаю, убивать издалека. Это нормас. Давай. Не-не-не. Что ты делаешь? Отмени. Давай. Иди сюда, курица. Ага, я так не буду попадать. Она только когда на месте стоит, тогда я буду попадать. Смотри, что творит, а? А хотя она сейчас сядет, наверное, опять, да? Она встала. На, минус. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Ты посмотри, как по 167. А вот сейчас не попал. А, и все. И до свидос. Кстати, там здоровый бугай, я его отсюда... А я его отсюда не вижу просто-напросто. Так, ну нам сюда, ребят. Боже, как я не сдох. Смотри, а тут лестница. Это не туда к бугаю здоровому? Видимо, нет. Так, ну что, будем выцеплять, наверное, опять. Так, щит у меня это. Да, по одной, наверное, я буду выцеплять сейчас. Давай. Сюда. Камон, детка, камон. Минус. Изи. Изи, бабуля. Получи пенсию. Распишись. Так, ты тоже. Сюда. Слезла, горгулья вонючая. Сюда свою жопу. Ого! Это уже что-то новое? Это уже летающее прям. Давай. Еще раз. Чего? Не-не-не! Камон! Жесть! Такому жизнь меня не готовила. Такому жизнь меня не готовила. Так, с помощью веры восстанавливаем. КП, смотри, что она перо в меня воткнула. Ладно, оставлю напоследок. Фух. Это обратно. О, боже, кто там? Что там? Руны жителя окраин. А, ты хочешь поперестреливаться? Эй, горгуля. А чё? Ну не, я так не попаду, видимо. Понял. Лучше щит взять. Хотя лучше... Сначала восстановить ХП. Боже, я так далеко дошел. Бонфайра нету, ребят. Это просто лютый трэш. Впереди опять война какая-то. Смотри, тут лестница. Ай. О май гад. Что такое? Ой, там ожесточенные бои. Угу, я понял. Ну это обычные челики. Тут тоже, короче, можно сюда. О, бонфайр, хорош. Это мне сейчас не помешает. Прям вот. Прям вот совсем. А я потом смогу наверх подняться? А чё ты... Впереди жизнь, да, это точно. Это жизнь, бро. Давай, все. Короче, ладно, ребят, давайте, наверное, на этом мы с вами и остановимся. Боже. Я восстановлю сейчас все. Я смогу, наверное... Не, прокачаться не смогу. У меня 2700, естественно. Ага, нам надо идти дальше. Нам надо идти дальше. Ну, я там ничего не зачистил, прикинь, на этом замке. Я и не знал, что я не смогу теперь, наверное, забраться. Назад вернуться. Ладно, мы продолжим в следующей серии. Коня я тут тоже призвать не могу. Соответственно, за эту стену я тоже уйти не могу. Мне надо идти дальше. Или тпхаться обратно и потом проходить. Ну, я думаю, что да. Все, давайте. Продолжим в следующем видосике. С вами был Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.